Добрый день, друзья! Вас приветствует Алексей. Жизнь в поселении «Чистое небо», усадьба «Мятная поляна». Сегодня у нас 1 июля. Наконец-то у меня сенокос. Как видите, все заросло. Высокое. Сейчас будем это дело решать. Мотокоса «Штиль 250». Профессиональная. Куплена недавно. И вот сейчас ее обкатаем. Oh.
Вчера выкосил за вечер. Где-то соток 20. А сегодня меня дождь отвлекал. Поездка в город по делам. И всякое прочее еще. Всякие мелкие дела еще были. Косил. Вот там дальше еще выкосил. В общей сложности соток 50 точно есть. А может и побольше. Выкосил там дальше еще, вот осталось прилично, еще там вдалеке тоже, но я не буду косить это, что у меня здесь не 50 соток, чуть больше. Секрет не буду рассказывать, сколько, но много. Для ЛПХ это приличная площадь.